Всегда открыт финал, чёрту хэппи энда. Всегда открыт финал, чёрту хэппи энда. Всем привет, меня зовут Алина, вы на канале «Читать нельзя сжигать». Сегодня мы будем подводить итоги месяца. Это очень важный новый формат на моем канале, и для чего он был создан, я вам сейчас объясню. В одном из прошлых своих видео я задавала вам вопрос, стоит ли мне повторяться в прочитанном, рассказывать заново о тех книгах, о которых я уже подробно рассказывала в марафонах или каких-то других форматах. И мнения в итоге разделились, да, большинство людей сказали, что повторяться не стоит, но вместе с тем некоторые написали, что марафоны не смотрят, и я на самом деле просто по статистике канала, по количеству просмотров тех же марафонов, прекрасно вижу, что действительно их смотрят не все. Кстати, если вы не смотрите марафоны, то я все-таки нескромно предложу вам попробовать посмотреть мои, потому что там практически нет поедания роллов и прогулок с собаками. Все, что я там делаю, это рассказываю о книгах, просто своих более живых, более ярких впечатлениях. Единственная разница в негативную сторону, это то, что там все снято на телефон, и качество, ну, такое себе, но все-таки под мытье посуды. Попробуйте эти марафоны посмотреть, возможно, вам и понравится. Так вот, компромиссным решением по вопросу о прочитанном стало следующее. Один раз в месяц, в конце месяца, я буду снимать вот такое видео. Итоги. В нем я буду рассказывать о тех прочитанных книгах, которые ни разу еще не были упомянуты на канале, да, такие бывают, которые не вошли ни в один из марафонов и других форматов. Также, здесь же я буду повторяться, но очень-очень коротенько о тех книгах, о которых уже говорила, буду только вот немножечко вам пересказывать аннотацию и о своих основных впечатлениях и рекомендациях. Чтобы всем было интересно, чтобы все остались довольны, мы поступим следующим образом. В начале этого видео я буду рассказывать о тех книгах, которых еще не упоминалось, а позже уже буду повторяться, и в этот момент ролика смогут остаться только те, кому это интересно. А начало ролика должно быть интересно вам всем. Также, чтобы это видео было еще наполненнее и интереснее, мы поговорим немножечко, может быть, о статистике, когда будет о чем говорить, и о планах на следующий месяц. О планах на чтение, о планах на новые ролики. Давайте сегодня со статистики и начнем. Дело в том, что апрель стал для меня очень важным показательным месяцем. Именно в этом апреле, наконец-то, количество подписчиков на канале перешагнуло через столь важную планку в 1000 человек, и это позволило мне подключить монетизацию, по-другому отнестись к своему каналу, хоть, конечно же, эти деньги и вовсе не деньги, но это другое отношение к контенту. Я думаю, что сейчас будет выходить гораздо больше контента, снятого на камеру. Что еще потрясающе и очень сильно радует, так это то, что в этом же месяце, буквально через 20 дней после первой 1000 подписчиков, мы перешагнули следующую важную планку в 1500 человек. И, ребята, вот сейчас всех новоприбывших хочу поблагодарить за то, что вы здесь. Надеюсь, что вы здесь со мной и останетесь. Располагайтесь поудобнее, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии. И тут еще один такой маленький момент обращения к своим подписчикам. Если вы часто пишете комментарии, пожалуйста, ставьте аватарки. Это очень сильно упрощает для меня систематизацию и понимание, кто есть кто, и что вот этот человек мне раньше уже что-то писал. Все-таки по никнеймам, по именам очень сложно большое количество людей запоминать. Я прошу вас прощения за такое долгое предисловие, но, ребята, это все было важно и все было по делу. Теперь, наконец-то, давайте уже приступим к прочитанному за этот месяц. Итак, для начала немножко сухой статистики, я уверена, что кому-то это интересно. В этом месяце мной было прочитано 12 различных наименований. Из них было 2 рассказа, 1 повесть и 1 богатый иллюстрированный роман, который по объему, ну, тоже повесть. Итого остается 8 полноценных романов, 3 из которых были весьма и весьма объемными. И да, ребята, в этом месяце вот этот ролик, конечно, будет не настолько информативный, как в будущем, потому что буквально на днях я сняла для вас прочитанное, и там уже рассказала о части книг, которые читала в этом месяце. Это, во-первых, вторых и третьих, 3 книги Юнис Бё, «Красношейка Немезида» и «Тараканы». В-четвертых, это роман Стивена Кинга «Чужак». В-пятых, это повесть прекрасного фантаста Севера Гонцовского «Винсент Ван Гог». И, кстати, никто не написал в комментариях к тому ролику, что вы заинтересовались и прочитаете эту вещь, и это просто разбивает мне сердце. Ребята, я вас еще раз очень прошу, ну, прочитайте «Винсента Ван Гога», ну, в интернетике прочитайте, эта вещь того стоит. Вот, про эти 5 произведений, прочитанных мной в апреле, вы можете послушать в предыдущем видео о прочитанном, ссылка будет в описании видео. Теперь давайте поговорим о 2 книгах, которые на канале были затронуты в рамках совместных чтений. Я в этих роликах сама активно призываю всех не читавших эти ролики не смотреть, поэтому давайте про эти книги расскажу
коротенько, без спойлеров, для тех, кому интересно. Для начала книга Арчибальда Кронина «Звезды смотрят вниз». Это потрясающий роман, который войдет в список моих любимых, в список лучших книг года, однозначно. Для меня это, пожалуй, лучший роман Кронина из тех, что я читала. Это «Три любви», «Замок Броуди» и, собственно, вот этот. Это наиболее глобальный роман, поднимающий извечные вопросы добра и зла, порядочности и эгоцентризма, коррупции, войны, пацифизма, самопожертвований и так далее. Здесь очень много всего намешано, и все это, конечно же, с абсолютно правильной, с моральной точки зрения позиции. Кронин, как всегда, жесток по отношению к своему читателю. Пусть это не станет для вас гнетущей неожиданностью, здесь вам будет больно, вы будете страдать, вы обязательно словите непередаваемое чувство фрустрации. Речь здесь пойдет о небольшом шахтерском городке, о том, насколько сложная жизнь у людей, которые там живут, которые работают в шахте, о том, насколько она сопряжена с различными опасностями и о том, насколько их жизни в глазах других, более успешных людей малоценны. Вопросы бедности, вопросы голода, они подняты здесь вот так, что до мурашек. Это хорошая книга, она однозначно стоит вашего внимания, независимо от того, любите ли вы в принципе классику или нет. Я настоятельно вам рекомендую с ней ознакомиться, и в целом мне сложно представить себе человека, которого она не тронет и оставит равнодушным. Единственной отмазкой от чтения этого потрясающего произведения для вас может стать то, что вы просто к этому морально не готовы. У нас в жизни сейчас и так творится непонятно что, и вам хочется литературы попроще или подобрее. И, ребята, после того, как прочитаете эту великолепную книгу, обязательно сходите в формат наших совместных чтений, посмотрите видео или не смотрите, если не хотите, но обязательно черкните там пару мыслей о том, какое впечатление эта книга произвела именно на вас. Следующая книга — это «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма. О ней я вам подробнейше рассказывала буквально вчера, и ссылочка на ролик, опять же, в описании. Коротенько для тех, кто еще книгу не читал, скажу, что, конечно же, это великий роман, не возникает никаких сомнений относительно его значимости. Здесь нам будет показана история взросления и становления личности Филиппа Кэри. Мы знакомимся с ним, когда ему 9 лет, у него только что умерла мать, отца он потерял еще раньше, он остается сиротой. И дальше он вынужден жить в доме у своего дяди, который является священником в небольшом городке. Вместе с Филиппом Кэри мы проживем его жизнь от 9 до примерно 30 лет. Мы познаем все его обычные, типичные человеческие страсти. Эта книга — автобиографический роман, но не автобиография, как подчеркивает сам Моэм. Некоторые события здесь выдуманы, некоторые следуют в другом порядке, но в целом самого персонажа и происходящие с ним события автор писал со своей жизни. Наверное, именно это сделало Филиппа Кэри таким реальным. Моэм не пытается нарисовать нам благородного героя или, наоборот, негодяя. Он рисует самого обычного человека с кучей отрицательных черт, но такого реального, такого похожего на нас. Невозможно не упомянуть, что книга просто заполнена под завязочку философией. Местами простой и банальной, местами глубокой и неожиданной. Эту книгу стоит прочитать, но у нее очень тяжелый порог вхождения. Не я одна, а очень-очень многие люди соглашаются с тем, что первая треть, а то и половина книги достаточно скучная. Действительно, настоящая движуха, как в сюжетном плане, так и в тех эмоциях, которые вы будете испытывать по прочтению, она здесь начнется после того, как наш главный герой встретит любовь всей своей жизни Милдред. И эта женщина, конечно, не поддается никаким описаниям. Вы должны сами с ней познакомиться. Вы однозначно будете ее ненавидеть. Вас однозначно будут раздражать их отношения. И вот ради этих мощных, всепоглощающих эмоций книгу, конечно же, тоже стоит читать. Я не жалею ее прочтения ни на секунду, хотя первая ее треть была, пожалуй, одним из самых скучнейших опытов в моей читательской жизни. Рекомендую ли я ее вам? Да, если вы готовы не просто читать ради удовольствия, но и работать, потому что в этой книге, конечно же, есть над чем поработать и подумать. Давайте теперь также коротенько по паре минут пройдемся вот по этим трем книгам, которые я читала в марафоне 24 часа чтения. Ссылочку опять же оставлю. И после этого я расскажу вам немного о планах на следующий месяц. Так, во-первых, у нас здесь весьма проходная, но неплохая книга Стивена Кинга «Джойленд» или «Страна радости», как ее перевели. Пожалуй, основная проблема этой книги в том, что она является не тем, чего ты от нее ожидаешь. Ну, чего мы тут ожидаем? Романа ужасов, написанного в декорациях парка развлечений
развлечений, где качельки скрипят и играет страшненькая музычка, а клоуны выходят с окровавленными ножами и смотрят на тебя из-под бровей. Ничего этого здесь нет. Эта книга — странное сочетание производственного романа, романа становления личности, детектива и небольшого налета мистики. Почему я говорю про производственный роман? Наш главный герой, молодой парнишка, устраивается работать в парк развлечений, и нас ждет весьма интересное описание того, как проходят его будни в этом парке развлечений, как он пытается притереться с другими работниками, как он пытается, в принципе, сориентироваться в этом безумном мире, где он только что надраивал какой-то аттракцион, а через пару минут ему уже нужно, как это называется в романе, надеть шкуру, то есть переодеться в гигантскую собаку и танцевать на адской жаре, развлекать детей. В общем, это все описано очень живо, бодренько, так, как умеет Стивен Кинг. Главный герой здесь просто душенька и лапочка. И вот это, кстати, нетипично для Стивена Кинга. Он не колется, он не сквернословит, он в целом ведет себя весьма адекватно и заручается нашей абсолютной симпатией. Сюжет этой книги вертится вокруг убийства, которое произошло в парке много лет назад. Наш главный герой решает поиграть в детектива, вдруг у него что из этого и получится. Надо сказать, что мистика в этой книге есть, но она настолько незначительна, что в целом Кинг мог бы написать романы вовсе без нее. Эта книга относительно проходная, это не шедевр Кинга, но это не значит, что она плохая, что читать ее не стоит. Я даже всплакнула в одном месте. Но, кстати говоря, моей племяннице Диане, которая, напоминаю, учитель русского языка и литературы, эта книжечка очень даже понравилась, хотя она у нее была всего лишь третьей, прочитанной у Стивена Кинга. Да, я тот нехороший человек, который подсаживает учителей русской литературы на Стивена Кинга. Это, наверное, примерно как кокаин толкать в подворотне, да? Едем дальше, у нас тут с вами богатый иллюстрированный роман Джеральда Брома «Роза дьявола». У Брома уже читала две книги, в целом этот автор мне очень нравится, но, конечно, исключительно как такая развлекательная, отдыхательная, прочищающая мозг литература. Этот роман достаточно сильно отличается от «Похитителя детей» и «Потерянных богов», но, конечно, не авторским стилем и не стилем иллюстрации, Бром все так же прекрасен, просто здесь еще больше воплощается вот эта уникальность Брома, когда иллюстрации не просто дополняют имеющийся текст, они абсолютно равноправны с этим текстом. Это отдельный вид искусства, это что-то совершенно ни на что не похожее. Здесь речь пойдет о душах, сбежавших из ада, и о нашем главном герое, охотнике за головами, который будет преследовать эти души, чтобы их в этот ад вернуть. Он преследует свою личную цель, не буду говорить какую. Роман мне понравился, конечно, сама история абсолютно проходная, вы можете ее прочитать или не прочитать, абсолютно ничего не изменится, но сам процесс чтения был просто великолепен. Мне очень понравился авторский слог именно в этой книге. Язык здесь очень образный, даже помимо самих иллюстраций, вы так, как будто бы смотрите кино или какое-то очень крутое аниме. Я думаю, что книжечку будет приятно иметь на полках всем любителям подобной эстетики и, в принципе, всем, кто любит подарочные и богато иллюстрированные издания. Если, конечно, вы ожидаете крутых сюжетных поворотов и уникальной истории, то, ребят, вам не сюда. Это очень простая вещь, но очень красивая. И последняя книжка, о которой мы сегодня поговорим, это «Вызовите акушерку» Дженнифер Уорф. Весьма неплохая, интересная книга, мне кажется, чуть больше рассчитанная все-таки на женщин, простите мне этот сексизм. Книжка была классно экранизирована BBC, я сейчас смотрю этот сериал, он мне очень нравится. Если вам в целом просто интересно узнать, как обстояло дело с акушерством в 1950-х годах в беднейших районах Лондона, вы можете просто сериал посмотреть. Он снят очень близко к первоисточнику, актеры подобраны, на мой взгляд, идеально, у меня не было вообще никаких претензий к составу и к тому, как снят сериал. Эта книга — первая часть цикла Дженнифер Уорф, и я лично для себя решила эту трилогию читать не продолжать, я просто посмотрю сериал. Но чтение этой книги было весьма занимательным, увлекательным, необычным для меня опытом, потому что я редко читаю биографии и редко читаю нонфикшн. Главную героиню, от лица которой здесь ведется повествование, сложно назвать фокальным персонажем. В основном мы будем сталкиваться, и наш основной интерес будут вызывать те истории, которые происходят с другими людьми, с теми людьми, с которыми она работает. Это беременные женщины, это их окружение. Многие истории тронут вас за душу, будет и где улыбнуться. Конечно, весьма интересна сама локация. Это послевоенный Лондон в его беднейших районах, где кругом царит нищета, голод и полнейшая антисанитария. Также для меня здесь были интересны еще два момента. Это, во-первых, проживание нашей главной героини в монастыре, потому что именно монашки
в этом районе Лондона занимались акушерством. И мне в этой книге нравится просто неожиданно уже добрый, положительный, приятный образ монахинь. Было крайне интересно читать об истории акушерства, о том, насколько еще средние века в этом вопросе творились, казалось бы, в 915-920 годах. О том, как сложно происходили изменения в этой сфере. В некоторых местах я по-настоящему негодовала вместе с автором этой книги. Также буквально упомяну, что в этом месяце я прочитала два рассказа Робин Хоуп. Это «Слова как монеты», классный рассказик, рекомендую всем любителям творчества автора. И «Синие сапожки», которые в интернете можно найти только в крайне любительском и посредственном переводе. Этот рассказ и в плане его перевода, и в плане его сюжета, ну, абсолютно никакой. Вот я просто не вижу вообще точек соприкосновения с остальным творчеством Робин Хоуп, с которым я знакома. Это был полнейший провал, это было плохо. Об этих рассказах подробнее я расскажу в своем обзорном видео о Робин Хоуп, которое выйдет, я думаю, наверное, в июне. Но если успею, может быть, в мае. И вот так мы с вами плавно перетекли в сторону моих планов на ближайший месяц. Как уже сказала Робин Хоуп, если вдруг успею. Ну а уже утвержденные планы на месяц такие. Во-первых, в середине мая я обязательно порадую вас роликом, который наверняка многие из вас ждут, а именно книжные полки. Да, подобное видео я снимала не так давно, в декабре, но оно, во-первых, очень длинное. Я сейчас понимаю, что там много воды, много лишних каких-то мыслей. А в этот раз обещаю вам снять все очень-очень коротенько, бодренько. И, конечно же, очень много изменений у меня там произошло. Есть что вам показать. Там сейчас такая красотища, ребят. Я сама, честно, просто не нарадуюсь. Ролик, который вы можете ждать примерно в 10-х числах мая, может чуть раньше, может чуть позже Дня Победы. Это будет видео о советской литературе, о книгах, рассчитанных на детей и подростков и посвященных теме войны так или иначе. Для того, чтобы снять для вас этот ролик, мне нужно прочитать самой еще вот эти две книги, которые давно в моей библиотеке стоят на полочках, но все еще не читаны. Это, во-первых, «Посмотрите, я расту» Бориса Алмазова, как раз-таки книга о послевоенных годах. Первое послевоенное лето, пионерский лагерь под Ленинградом, вокруг идет разминирование. И, во-вторых, это книга «Хлеб той зимы», она завораживает уже одной только своей аннотацией. Здесь мы познакомимся с историей девочки-первоклассницы, которая пережила блокаду Ленинграда. Я думаю, это будет что-то просто до дрожи хорошее. Напишите мне обязательно, если вы ждете это видео, это для меня важно, потому что я думаю, что оно мало кого заинтересует, но я чувствую просто абсолютнейшую внутреннюю необходимость это видео снять. Также где-то в начале мая можете ожидать новый ролик о книжных покупках. В этот раз речь пойдет обо всех остальных издательствах, о не Азбуке. И да, ребята, да, Азбука мне не платит. Также в мае, по моим планам, должно быть аж целых два ролика в формате 3x3, когда я по 3 дня буду читать каждый день, начиная новую книгу, но, кстати, сразу оговоримся, не всегда заканчиваю ее чтение в этот день. И там вас ждет практически одна только классика. Возьмем «Малую форму», возьмем Айтматова, возьмем Сараяна, возьмем Распутина. Я подумаю, что-нибудь еще для второго ролика тоже классического выберем. Кстати, как вам такая идея, если мы возьмем Лавкрафт, возьмем Лефаню и возьмем что-нибудь еще такое же готическое, мистическое? Вот вам как такой вариант. У меня, конечно же, множество и других интересных планов, но я не уверена, что я успею, поэтому не буду обещать. Но вот что я могу вам точно сказать. Как только на канале будет пройден рубеж в 2000 подписчиков, не знаю, в каком месяце это случится, но мы обязательно с вами устроим формат вопросов и ответов. На этом, ребята, я буду с вами прощаться. Большое вам спасибо за просмотр. Напишите, как вам вот этот формат. Ну, учитывая поправку, что в следующем месяце в нем будет больше нового интересного для вас прочитанного, чем в этот раз. Одобряете ли вы тот компромисс, который я смогла найти, чтобы все были довольны? И, конечно же, жду ваших мыслей по поводу упомянутых сегодня произведений. Конечно же, очень жду ваш фидбэк по поводу заявленных на следующий месяц роликов, чего вы больше ждете, что вам наиболее интересно. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайки вот прямо сейчас. Большое вам спасибо за просмотр. Ребята, вы самые лучшие. Обожаю все ваши комментарии. И на этом всем пока.